Отдельное спасибо организаторам, которые собрали людей. Все участники очень информированы. Очень полезная информация сегодня прозвучала. Но мы прошли только первую половину семинара. Вторая половина семинара, я надеюсь, будет также интересна. Я Талгат Нурлыбаев. Я представляю ISOC Казахстан. Я здесь присутствую в качестве гостя приглашенного и спикера. Вчера мы обсуждали один важный вопрос для всей Центральной Азии, для нашего региона. Это создание нейтральных точек обмена трафиком интернета. Дискуссии и вчерашние, и сегодняшние очень плодотворные. Мы делимся, мы смотрим проблемы. Мы обнаружили, что проблемы, которые стоят перед нашими странами, они, понятное дело, очень похожи друг на друга. И проблемы решения на этих, и пути решения этих проблем тоже, наверное, будут достаточно одинаковыми. Я выражаю благодарность нашим киргизским коллегам за гостеприимство и за вот предоставленную возможность послушать мнение и выступить со своим мнением. Меня зовут Уран Асенгельдиев. Я являюсь консультантом Всемирного банка по ИКТ Кыргызской Республики. Данный форум по IXP, он очень актуальный и очень важный для развития интернета в Кыргызской Республике, потому что он позволит как бы отобразить, да, состояние, текущее состояние по данному вопросу на данный момент и определить те пути развития, по которым будет развиваться дальше точки вот эти присоединения пиринга IXP. Поэтому спасибо организаторам, спасибо ISOC Кыргызстан и ISOC в целом за организацию подобного семинара. Спасибо. Очень приятно участвовать на данном семинаре. Проблемы развития интернета непосредственно связаны с развитием пиринга в нашей республике. Увязывать у нас очень хорошая ситуация в отрасли связи в качестве, в плане конкуренции. У нас на сегодня действует порядка 22-23 операторов связи, которые непосредственно ежедневно сталкиваются с различными проблемами увязанности друг с другом. Поэтому развитие пиринга в Кыргызстане – это вопрос очень актуальный, очень злободневный. От него зависит и качество, и надежность наших интернет-каналов. Кроме того, здесь затрагиваются вопросы внешних интернет-каналов и связанности с внешними пирингами. Поэтому данный семинар очень актуален. Состав участников и экспертов очень хорошо подобран. И я думаю, что результаты данного семинара в любом случае скажутся на развитии нашего интернета и интернет-среды. Поэтому такие семинары необходимы. И сам формат рабочего обсуждения, его надо проводить как можно чаще. То есть в любом случае из этого пользы выходит колоссальная.
Ваанов Сапян, армянский фонд по обмену интернет-трафиком Армекс, директор. Я приехал на этот форум по приглашению ISOC, организации, которая занимается во всем мире развитием интернета и развитием инфраструктур. Очень важное мероприятие для Киргизии, очень важное мероприятие для Центральной Азии, потому что вот все мы сейчас живем в эпоху развития цифровой экономики, развития цифрового общества, и доступ к интернету, доступ к ресурсам очень важен для всех. У Киргизии и в Центральной Азии есть огромный потенциал, есть огромные возможности стать передовыми в этой отрасли. Я думаю, у нас сегодня получится проработать все эти возможности, над которыми будем работать в ближайшее время. В данный момент у нас проходит обсуждение, семинар по созданию точек обмена доступом, так называемых, или на английском Internet Exchange Points. Форум организован международной организацией интернет-общества, местным представительством, а также при поддержке ассоциации КАРЕН, это ассоциация вузов Центральной Азии, при поддержке Европейского союза и организации GIANT. А какая цель этого форума? Это вот мы сейчас обсуждаем лучший мировой опыт, лучший региональный опыт по созданию вот этих IXP. Вообще, для чего IXP нужен? Это если в Кыргызстане мы создадим IXP, то в результате мы получим интернет, который будет более дешевый, более качественный, более быстрый. Каким образом? Этот IXP, он служит как бы как коммутатор между разными провайдерами интернета. В данный момент, скажем, если вы пользуетесь интернетом от одного провайдера, а там ваш друг интернетом от другого провайдера, скажем, какую-то фотографию, которую вы хотите отправить, она будет идти долгим путем, потому что коммутатора между ними нету. Это особенно актуально для юга Кыргызстана. В Бишкеке вот такой IXP коммутатор есть, на юге такого нету. Поэтому скорость интернета на юге Кыргызстана намного медленнее. Если бы мы могли в Ваше построить такой IXP, который это не коммерческий, независимый, открытый для всех интернет-провайдеров и организаций. В перспективе ОШ мог бы стать таким своеобразным хабом для Центральной Азии, особенно для Узбекистана и Таджикистана, так как благодаря этому IXP наши соседи могли бы тоже обмениваться данными, то есть все страны Центральной Азии могли бы более эффективно обмениваться интернетом. И вот мы сейчас изучаем, насколько это возможно, какие есть выгоды, какие есть риски, и надеюсь, что в результате в ближайшее время мы сможем запустить такой проект в городе Ош. So we are very happy to be here in Bishkek today to organize this IXP workshop. And our objective was really to bring together all the Kyrgyz stakeholders from private sector, government, and also academia and NGOs to discuss this issue and really to discuss how to improve internet governance, internet environment in Kyrgyzstan. And internet exchange points are a key enabler for cheaper and better quality internet. And while Kyrgyzstan already has quite a good experience with internet exchange points, we think there are many things that can be still improved. And especially in the area of making traffic exchange more open and working together better and trying to be more neutral in these efforts. And also in terms of the policy environment, we believe that the government should be involved as a facilitator and actively involved in this effort so that we can also create a favorable policy environment for the internet. So, thank you very much for hosting us here. Сегодня на данном мероприятии мы собрали всех основных ключевых игроков рынка телекоммуникаций, операторов связи, чтобы обсудить роли и развитие точек обмена трафика в Кыргызской Республике, основные препятствия и возможности.
были озвучены очень интересные факты, очень интересные тренды и, конечно, такие препятствия, которые мешают тому, чтобы у нас более ускорялось развитие, уровень проникновения интернета. И, в частности, мы обсуждали вопрос установки точки обмена трафиком на юге республики. Мы, как Кыргызское отделение интернет-общества, считаем, что это крайне важная инициатива, которая в первую очередь имеет социальную значимость в преодолении цифрового разрыва. Как вы знаете, на сегодняшний день в Кыргызстане разница между интернет-тарифами и пропускной способностью между севером, городом Бишкек, будем говорить, и городом Ош составляет в десятки раз. Если в Бишкеке за 1200 сомов я могу получить интернет-тариф со скоростью до 50 мегабит в секунду внешнего трафика, то ваше за те же деньги я получу скорость всего лишь до 2, либо там до 2 мегабит в секунду, что есть разница колоссальная. При том, что разница в уровне доходов тоже составляет между Бишкеком и Ошом в два раза. То есть ваши уровень доходов в два раза ниже, чем в Бишкеке. Получается, что для них стоимость интернета в десятки раз обходится дороже, чем в Бишкеке. И мы считаем важным открывать такую площадку, на которой состоится диалог, для того, чтобы был преодолен цифровой разрыв между севером и югом, но более того, чтобы в южной части Кыргызской республики активно росло уровень проникновения интернетом. Потому что вместе с точкой обмена трафиком приходят дополнительные сервисы, к примеру, такие как сервисы Google, YouTube. Они устанавливают свои сервера непосредственно на этой точке в городе Ош, и скорость доступа к интернету вырастает в сотни раз, чем нежели бы это сейчас делается. Сейчас, к примеру, чтобы получить какое-то видео, пользователь, который проживает при Баткине, отправляет информацию в Бишкек, и из Бишкека эта информация приходит в Баткен. А установка представляете, какое расстояние и скорость отклика, как это влияет. А с установлением точки обмена трафиком на юге это сокращается в разы, и количество потребления интернета растет. И, соответственно, стоимость предоставления интернет-услуг даже падает в несколько раз.